Привет, друзья! Как всегда, с вами Намко. Сегодня поиграем в такую игрушку под названием Казаки 3. До этого я не играл ни в одну из частей. Я знаю, что это не первая. Ну, это очевидно, да, Казаки 3 они называются. Как бы начал играть только в третьей. Игрушка вышла где-то в 2016, по-моему, году, она не новая. Но что-то так захотелось с него поиграть, я пару игр уже сыграл, немножко так разобрался, что к чему. Сейчас будем пытаться вынести 4 компьютера. Очень, очень тяжелых, по-моему. По-моему, как-то так. Так, у нас союзники. Три союзника. Тоже очень тяжелые. Против четырех очень тяжелых. Что? Швейцария, Пруссия и Нидерланды. Немножко так, а где золото? Как-то не очень удобно размещены шахты будут у нас. Блин, куда их ставить? Какая-то не очень территория нам досталась. Она шахты у нас будут размещены. Три шахты сверху, где противник находится. И, короче, все не очень удобно. Ладно, как-нибудь. В общем, я не сильно не силен, так скажем, в этих казаках. В плане развития вообще отстаю от компьютера даже. Вот очень тяжелого. Компьютер все равно развивается быстрее, не знаю. Может быть, это нормально, может быть, я очень слаб, но я вроде все делаю правильно, но тем не менее, как-то вот не хватает. Не хватает мне. Пока угли я не буду ставить. В этом нет необходимости. Очень нужно дерево. Сколько там дерева надо? 400. В общем, эта игра, если кто-то никогда не играл в нее, может быть или очень быстрой, или очень долгой. Очень быстрая она может быть в том плане, если быстро вынести компьютер, это вполне реально. Вначале пойти вынести компьютер. Если же вначале не получается его вынести, то компьютер начинает развиваться, а развивается он достаточно быстро, он даже может побыстрее человек начинает развиваться, потому что может делать, наверное, не одновременно не одну функцию, как человек, а несколько. За счет этого и он вырывается вперед. Но я пока особо не отстаю от моих компьютеров. Рыжий у противника пока что быстрее всех развивается. Так, на еде 30 человек, на дереве
8 пока. На камне 4. Ну, в принципе, камень, он по игре не сильно нужен. Его много, то есть не надо. Поэтому пока туда я не буду никого кидать. На дерево пусть лучше идут. Так, играем за Турцию, да? Самое плохое то, что вот эти вот Нидерланды мои очень быстро могут вынести. Очень быстро. Не знаю, как бы здесь тоже многое зависит от расы, от нации, наверное, правильно сказать. Есть некоторые нации достаточно сильные в начале, а есть нации, которым надо развиваться, развиваться. То есть вот Турция, допустим, она вроде как сильная. Я не знаю насчет начала, но она в принципе сильная. Потому что вот сколько я играл, смотрел, как компьютер играет за Турцию, и вот как-то у меня сложилось впечатление, что очень-очень много войск у Турции. Мне почему-то так кажется. Получается, очень много войск у Турции. Возможно, из-за того, что они быстрее строятся, возможно, еще какие-то нюансы есть, но Турция, она сильновата. Так, академия. Но эта игра будет долгой, сразу говорю. Ну, как долго, если нас быстро не вынесут. А так она будет долго, потому что прям сразу я, наверное, не пойду за компьютером, давить компьютер, то есть. Потому что я этого делать не смогу. Здесь карта очень большая. Пока я буду к нему идти, компьютер настроит больше войск, чем к нему придет моих. То есть очень долго буду идти к нему. Я буду надеяться на партнеров, то что синенький мне поможет, наверное. Посмотрим. Так. Чик. Можно, в принципе, играть еще через рынок для быстрейшего развития, как правильно это сказать. Ну, чтобы быстро развиться, можно вначале ставить рынок, продавать какие-то ненужные, там, уголь, допустим, продать ненужные, железо продать вначале немножко, золото немножко. То есть для того, чтобы немножко быстрее развиваться получалось. Поменять их, допустим, на ту же еду, дерево. Но это такое, это когда буду я играть с каким-то, ну, самым сильным компьютером, нечестным, по-моему, называется. Вот когда с ним буду играть, то, наверное, так надо будет делать. Пока что мне лень всем этим заниматься. Ну, хотя я иногда так делаю, если честно, но редко. Так, давайте, наверное, сходим. Так. И башенки. Чик. Чик. Блин, не знаю, куда еще воткнуть. Вот сюда, наверное. Так.
Золотая шахта. Улучшение. Блин, а где еще золотая шахта у меня? Вижу железо. Что-то золотой не вижу. Ну ладно. Так, золотишко. Золотишко. А, вот они. Я схожу на компьютера для того, чтобы показать, где противник, потому что, как я заметил, что... Ну, сам идет. Что моему союзнику, который за меня играет, ему надо показывать, где находится соперник. Иначе он может... Вот, допустим, зеленый, он не знает, что я здесь нахожусь. Он идет, допустим, вот сюда. Понимаете? Если бы он видел, что я здесь нахожусь, возможно, там кто-нибудь до него ко мне бы сходил, да? Увидели бы они меня. То зеленый бы пошел ко мне, а не сюда. Ну, как мне кажется, сколько раз я замечал такое, что вот есть такое. Очень-очень долго. Блин, вот это я прошляпил. Забыл. Да. Когда записываешь все время какие-то косяки, без этого вообще никуда. Если бы я записывал и не разговаривал, да. Но когда ты разговариваешь, все. Вообще. Какую-то херню порой делаешь. Так, ну они уже идут ко мне, и, возможно, это кто у нас? Это россияне, ну... У России вроде копейщики сильные. Давайте посмотрим. У меня 57 человек, у них человек 40, наверное. Еле-еле. Еле-еле, ребятки. Кстати, в казаках почему-то Россия, она... Как мне кажется, возможно, я в чем-то не разбираюсь, естественно, но как мне кажется, она представлена как-то слабовато. Не знаю. Вроде она слабовато. Так, и сразу же вторую партию сюда же, пока они не оправят. В общем, смысл в чем, когда играешь против компьютера? Надо постараться его максимально быстро задавить. Если максимально быстро не получается, то потом тяжело, очень тяжело, это очень много времени займет, чтобы его вынести. Вот, надо максимально быстро стараться его задавить, хотя бы для того, чтобы он не развился очень быстро и не начал к вам ходить. Когда компьютер разовьется и пойдет к вам, придется отбиваться, он будет выносить ваше здание с пушками, и, в общем, все очень тяжело будет. То есть вы будете нести потери, он будет идти к вам, он тоже будет терять войско. И вы будете терять войско, хоть вы будете его отбивать, так скажем, но тем не менее, вы будете терять еще и здание. И... А он не будет терять ничего, он будет строить, строить, строить и строить эти войска. И... Ух, короче.
Я просто в стратегию люблю играть как? Посидеть полчасика, расстроиться, построить войско, город большой, то есть, а потом уже воевать. Вот так я люблю. Но здесь такое не прокатывает. Здесь надо идти сразу же, сразу же, сразу же давить. Иначе... Так, что-то я хотел, по-моему, построить. Не? Что-то из головы у меня вылетело. О! Рыжий пришел. Это очень-очень плохо. Рыжий пришел ему помогать. Так, слушайте, ребят, я не знаю. Я только сейчас заметил, что музыка очень громко играет. Извиняюсь, если было меня плохо слышно. Я ее выключу. Так. И что? Мне не совсем понятно, у остальных наций. Блин, я не хочу рыжего с рыжим драться. Я хочу, чтобы он ушел. Блин, он меня увидел. Ладно, пойдем. Семьдесят копейщиков. Посмотрим, смогут ли они одолеть. А рыжий это кто? Это Алжир. Уйдите вы оттуда. Алло, дебилы, почему вы такие дебилы? Нет, они не смогли их одолеть. У Алжира копейщики что-то крайне сильные. Копейщики. Так, приходи заряжен длинный пик, эффективно в боевых построениях быстро производится. Так, ну что у нас? Кто-нибудь будет ходить помогать мне? Просто Нидерланды скоро вынесут. Им недолго осталось. Они сейчас, вот эти два компьютера, которые сверху, будут идти давить, давить, давить. И в конце концов все закончится. Нам надо быстро вынести вот эту вот, вот эту Россию, к которой я хожу. Но один я не смогу этого сделать. Там помогать ей. Так, офицер, предназначитель командования боевым построением. Блин, тут все на самом деле так. Золота, да, не хватает мне. Золото. Вот оно. Шахта. Еще золото вижу. Шахта. Ну, пока будет достаточно. Я еще до сих пор не совсем понимаю, как работают барабанщики.
Как бы тут написано, пехотинец вооружен длинной пикой, эффективен в боевых построениях. А, в боевых построениях, ну понятно, что это такое. Написано, значит, барабанщик. Необходим для формирования боевых построений, не может сражаться наиболее... А, небольшой радиус обзора. А, наибольший радиус обзора. Короче, барабанщик делается для боевых построений. Я понял. Но как точно это работает? Надо ли что-то там дополнительно нажимать, когда он в строю идет? Я не знаю. Так. Надо строить домики. Россия, тоже Россия. Тоже Россия. Что больше всего меня здесь бесит, это вот эти вот домики строить. Как мне кажется, их слишком много надо. Могли бы все-таки сделать, чтобы не столько много требовалось домов. И вообще здесь, как бы я много, ну, наслышан о казаках, типа это очень крутая известная игра и все такое, и у меня друзья в детстве, я помню, играли в казаки первые. О, ко мне идут. Чек. Куда вы собрались? Идет отряд. Зеленого, зеленого, это, по-моему, которого я атаковал, да? Уже ко мне идет. Вот дура-то. Ладно, я пойду, наверное, сам к зеленому схожу. Ну, на базу я имею. Немножко его надо давить, давить, давить. Давить, давить, давить. А, так вот, о минусах данной игрушки, что мне здесь не очень нравится, это вот эти домики, да, но это ладно, бог с ним. Живой мир, или как это назвать? В общем, население, здесь его нету, оно отсутствует полностью. То есть, могли бы сделать каких-нибудь людишек, чтобы бегали, какие-нибудь дети там, да? Что-то такое, более, чтобы... Живой все казалось. Ничего этого нету и как-то, ну, не знаю. Я думаю, что сделать это было нетрудно, но почему-то даже в старых стратежках, достаточно старых там 2000-х годов там, уже население достаточно живое было в городах, а здесь войско рабочее, все. Ну, как-то, как мне кажется, схалтурили. И войско можно бы было сделать поменьше. Потому что здесь, когда развиваешься, можно строить очень большие войска. Как бы это ни к чему. Это даже... Блин. Думаю, почему у меня на еде народу прибавляется постоянно? Я оттуда крестик не убрал. Войско очень большое здесь можно делать. С одной стороны, это плюс, это круто, это прикольно. Но с другой стороны, не знаю, как бы это ни к чему. Это, ну, слишком большое. Реально очень много можно делать.
Как бы даже можно было наполовину урезать то, что можно здесь делать. Неправильно сказал. Короче, наполовину того войска, которое в принципе можно сделать, когда ты разобьешься, можно было половину эту урезать. Так, знаете, сейчас что буду делать? А ничего, придурки, куда вы пошли? За одним рабочим пошли. Вот смотрите, Россия, вот эти вот копейщики, да, у них против турецких копейщиков моих, ну, они вообще не справляются. Я как бы понимаю, что там при царях, когда Россия была, она не была никогда, наверное, самой сильной, и, ну, самыми сильными воинами не обладала и так далее. Но все же, мне кажется, блин, ну не такими же слабыми были. Они как-то... Как-то, ну не знаю, наверное, есть сильные стороны у России, но я что-то... Что-то не могу их никак раскрыть. Сколько я играю в эту игру с компьютерами. Как-то вот... Ну я просто пришел кучкой воинов и все. Понимаете? Успели поставить пушку эту поганую. Так, я сейчас буду делать стрелков. И так, еще одну казарму сделаю сразу же. Две мало просто. Не успевают строиться. Надо давить, давить, давить. Ладно, пошли. Ну, зеленый, в принципе, полностью вынесен, но он еще играет. Как бы он не закончил игру. У него где-то рабочий, возможно, стоит. Что-то такое есть. Ну, русского работягу себе поведу. Все, я вынес зеленого. Все, все, все. Отлично. Теперь остается... Остается 3 на 4 у нас положение. Это уже радует. Один компьютер находится здесь. Я не знаю, мышку, наверное, не видно вам, ребят. А второй здесь. На карту смотрите, да? Ну и третий здесь. Вот, как бы... Что у меня 20 рабочих стоит. Так, вы где были? Идите на камень. Так. Не понял. Зачем? Зачем я склад построил? Так, рыжий сейчас пойдет ко мне, поэтому войск. Никуда я не поведу сейчас. Так, еще. Вот так вот. Мы сделаем. Так. Мне нужна была мельница. Сейчас эта херня пропадет. Сделаю мельницу. Так, вы... На дерево.
Нет, вы лучше строите конюшню. Конюшню. Так, здесь пару офицеров. Сюда. Так, синий пошел на рыжего. Нидерланды у нас держатся. Этот вроде держится. Так, Нидерланды. Ну, Нидерланды, в принципе, у нас хорошо развиты. Так, рабочий русский. Иди сюда. Так, офицеру тоже надо все это замаксить. Добычу камня. Так, мы сейчас будем стрелять. Нужен будет уголь. Вот уроды, а? Кстати, вот о недоработках. Ставишь задачу строить домики. Или же, ну, какие-то здания. Обычно с домиками такое происходит. Всегда замечал. Рабочие строят там 2-3 домика и встают. Ну, не 2-3, может там несколько построить, а остальную половину не построить. Так, конюшня, далее. Артиллерию. На камни. На камешки. Так. Самое, за что я переживаю, это то, что Нидерландов вынесут. Но они вроде держатся, и в принципе у них все более-менее неплохо. Я более скажу, что они после меня на втором месте по развитию. Конечно, я от них оторвался. Достаточно существенно, на самом деле. Но обычно за мной такого не случается. Я в жопе мира обычно нахожусь. Так, не знаю, коней делать, не делать. В принципе, надо. Ну да, тем более они не требуют золота. В принципе, надо, но мне не хочется, потому что у меня домиков не хватает. Просто-напросто не хватает домиков. Понимаете? А, мне собор надо построить. Так. Сейчас пока никуда не пойду, потому что я не вынесу рыжего. В принципе, мне к нему надо идти, да? Я сейчас буду строить войско, и уже после того, как построю войско достаточное количество, я пойду с пушками выносить рыжего. Пытаться выносить рыжего. Так, артиллерийский ДВ. В принципе, у меня все есть. Давайте сделайте поле еще одно. Смотрите, Нидерланды наступают, да? Так, почему здесь? А, да. Забыл. Блин, коней пока не буду строить. Пока коней не буду я делать. Что я сделал опять?
О, я дебил, я дебил, да? Почему я все время путаю склад с мельницей? Вот здесь постройте тогда. Ох, да. Так, что у нас там по улучшениям? Нам очень нужно золото. Так, вы продолжайте. Ну, как-то так. Задержать. Поймайте их, поймайте, поймайте рабочего моего. Я не знаю, догонят или нет. Мне кажется, уйдет. Блин, его надо убивать. Его надо убивать. Вот не построил коней. Сейчас бы были кони, я бы его догнал. Так, золото. Улучшаем. Золото. Да, мне его не догонят никогда в жизни, но надо идти. Надо идти за ним. Вот это я хитрец, да? Настичь, падлу. Все, работают мужики. Так, пойдем уже зачистим здесь. Тут домики какие-то странные стоят. Так. Так. Так, ну здесь не надо ставить, но одну все-таки бахну. То мало ли. Отойти.
Так, давай еще поставим здесь, чтобы добывалось. Так, ну смотрите, Нидерланды уже атакуют. Это очень хорошо. Нидерланды развиваются достаточно хорошо, опять же. Ну не знаю, смысла идти на рыжего сейчас абсолютно никакого нет. Я просто потеряю войско. Не знаю, можно сходить на вот сюда. Это у нас Франция, да? Помочь Нидерландам. Просто один я рыжего не вынесу никогда в жизни. Ну, сейчас с таким войском. Надо вдвоем. Но синий очень медленно развивается. У него как-то все очень так себе. Здесь то же самое, но здесь получше. Так, ну и чё? Синенький, куда ты идешь? Синенький, синенький. Можно, знаете, как сделать? Зайти вот отсюда, сзади, и немножко их побить. Чуть-чуть, совсем, насколько войск хватит. Но идея так себе, но она лучше, чем идти в лоб на пушки, как бы. Это вообще не серьезно. Так. Артиллерия, артиллерия. Мне надо что? Уголь. У меня очень мало угля. Как так? А еще есть? Смотрите, синий тоже шарит. Видите, что делает? Рейдерский захват. Чик. Надо было карту поменьше сделать, что-то я махнул. Просто игра затянется сейчас. Коней не буду делать, надо делать вот эти вещи. Так, ну что, давайте возьмем вот это и уйдем дальше, дальше вниз, влево точнее. Сразу же возьмем мельницу, тоже Турция, да? Так. Мне нужно очень большое войско. Зайду здесь с артиллерией и начну вот здесь все обстреливать. Сюда ко мне будут заходить, я буду их убивать. Мой план на вынос рыжего. Ничего себе здесь идет. Армия.
И он идет и ко мне, кстати. Но пока он будет идти, у меня уже все построится. Пока его побью немного. Капец, он расстроился, это жесть просто. Так, домики. Здесь у нас рабочий. Вот так пока сделаем. Пусть рабочие делаются. Мы ощутимый урон нанесли ему. Я... Охренеть, 4 у него казармы. Ладно, все с этим покончено. Давайте-ка еще одну казарму бахнем. Все, следующий уже стоит каких-то нереальных бабок. А, у меня еще кто-то воюет, смотрите-ка. Диверсия какая-то у меня тут имеется. Диверсианты, как сказать? Не знаю. Вот они. Вот они, вот они. Ну, рыжего пока успокоили немножко. Время будет расстроиться вот этому синему за Швецию, который играет что-то очень медленно, все у него как-то идет. В принципе, у них у всех так себе все идет. А Нидерланды что-то вот в последнее время подстали. Сталина. Так. Так, сила выстрела 7000. Так, вы продолжайте заниматься домами. Блин, лес так не хочу трогать этот. В
Вот нижний можно убрать. Так, что у нас тут? Дальность стрельбы артиллерии можно взять. Нам нужно... Игра... Загрузить. Может быть, это поможет. Так, пробуем загрузить, если ничего не изменится. Я что, зря так старался? Итак, итак. Продолжение следует, ребятки, все запустилось. Но почему-то FPS очень маленький. А, все, обратно. Пришел. Но все равно маленький. Почему-то в этой игре... Ну, здесь, естественно, стоят максимальные настройки, все такое. Графики, я имею в виду. Но FPS... Не знаю, у меня вертикальная синхронизация стоит. То есть, более 60 кадров показывать не может. Но... При записи 30 FPS, а то и ниже бывает. Хм, странно. Как бы у меня компьютер далеко не самый слабый. Так, ну что, сейчас готовлю войско с артиллерией, пойду уже. Ну, надо много войска. Надо прям так много, что когда они пойдут дефать, я смог их отбить и продолжал стрелять артиллерией. Так. А, я хотел уголь развить немножко. Чуть-чуть. Где у нас шахты? Угольная шахта. Раз шахта. Два шахта. И все, да? Два шахта. Жду артиллерию, ну и войска. Надо больше. Надо больше, больше войск, больше домов. Так, вы строите, значит, кузницу и казармы. Так, надо немного обменяться. Где?
Да, ребят, что-то я перезагрузил, у меня FPS до 30 еле дотягивает. Так. Сила выстрела и... Дальность стрельбы артиллерии взять на 10%, либо же сила выстрела. Я так понимаю, это сила выстрела, ну, наших ружейщиков, ружейщики, как я это понял, да? Да, давайте, наверное, возьмем это. А это стоит у нас 9000 золота. Блин, они не могут его одного вынести. Вы чё, прикалываетесь, что ли? Так, ну давай. Все, артиллерия у нас вся есть. Вся есть. Блин, армия маленькая. Реально маленькая. Стрельцы. Так, ну нам надо очень много угля. Сейчас будем все менять на уголь. Так, еще 6. Где они? А, вот вы. Так. Так, 9 золота надо. Обменяем, наверное, на золото сейчас камень. Меткой стрельбы это не важно. Дальность стрельбы. И потом буду все менять на уголь. Ну что-то рыжего не видно, как я к нему последний раз сходил. Он особо все, не дергается больше. Сейчас приду, там армия, наверное, хотя вряд ли большая. В принципе, можно идти, первый заход сделать. Первый заход. Такой разведывательный. А, вон рыжий куда идет. Он идет в Нидерланды прессовать. Так, железо нам не нужно пока. Железа у нас хватает, уголь здесь. Уголь здесь, все нормально.
О, все. Пошли в наступление наши ребятки. В принципе, можно пушки сделать посильнее. Но так как к нам вряд ли придут, в ближайшее время точно вряд ли, потому что я сам иду, это не обязательно делать их сильнее, тратить золото, которое сейчас нам нужно будет. Когда уже будем проигрывать, да-да-да. Так. Сделаем небольшие обмены на уголь. Угля много надо. Почему синий такой? А, это же Россия. А, нет, это не Россия. Блин, почему он так медленно строится? Почему? Почему? На тебя же даже не нападали. Почему? Так, берем вот это, скорострельность. Блин, весь уголь потратим, ну ладно, хрен с ним. У нас очень много стрелков. Сразу же строим войск, чтобы сразу же второй заход делать. Блин, как медленно выползать. У нас еще здесь железо есть. Кстати, оно апгрейженная шахта. Компьютер, помните, я его вынес в самом начале практически, а он уже шахты апгрейдил. Он очень быстро это делал. Надо будет взять на заметку. Потому что я обычно апгрейжу шахты не так быстро, не с самого начала. Так, сила удара кавалерии нам не надо. Прочность здания нам тоже не надо, нас не нападают. Меткость стрельбы. Меткость стрельбы. Отремонтировать. Так, прочность пушки. Давайте меткость стрельбы. Стрельбы возьмем. Так, ну что здесь? Мне кажется, или звук стал громче? Нет, не стал. Так, рабочих, наверное, хватит пока. 30 FPS, еле-еле, ребят. Это, мне кажется, из-за того, что зависло, потом сохранил. Загрузил. Но они вот этого дожмут. Это у нас тоже Россия. О, вижу, вижу, вижу. Ну, здесь маленькая армия. А, ничего себе маленькая. Ребятки.
Вот. Армия рыжего идет. Это очень хорошо. Значит. На базе у него мало армии. Кто стреляет в меня? Да куда ты, герой? О боже. Вот урод, а? Еще развернулась, стрельнула, тварина. Погнать! Да догони ты ее. Ну вот так потихонечку будем их выдавливать. Что больше всего меня бесит, вот эти пушки. Надо отходить. Ну, урода, а? Окей. В общем, так стоять не получится, наверное, все-таки. Блин, у него очень большая армия. Очень большая.
Ну, мою армию разнесли, конечно. Но... Так, этого вынесли. Осталось всего двое, но в принципе победа уже за нами, можно сказать. Дело времени. Дело времени. Так, все, надо уводить артиллерию. Мы ему очень большой ущерб нанесли. Ну все, он практически, ну все уже. Почти. Чуть-чуть осталось. Я сейчас вернусь. Артиллерию далеко я уводить не буду. Вот куда-нибудь сюда поставлю. Потому что очень долго она идет. Так, меняемся. Что еще здесь можно взять? Прочность пушек. Ну, прочность пушек, как бы, ну, мне не надо. Меткость выстрела орудий 12 тысяч золота надо. Что-то можно поменять, наверное. Что-то вот так вот поменяем. Прочность пушек. Ну, возьмем. В принципе, это недорого стоит. Так. Я жду офицеров. И идем в наступление. Пока он будет развиваться, он не успеет. Мы придем и все, и закончим. Почему вы идете сюда? Они захватят мою артиллерию. Почему они ее видят? А, у Турции нет такого. Блин, они захватили мою артиллерию, они ее видели. Не знаю, может, есть смысл выдвинуться? Не очень странное. Или компьютер тоже все делает пошагово, он не успевает за всем, но мне кажется, что бред.
То есть, типа, он не уследил, он направил войско захватить, как бы, мою артиллерию, но не видит, что они пришли, а я отхожу. Но это бред. Как по мне. Но то, что они пока ее не взяли, это очень хорошо. Да, что-то он завис. Так, нам остается что здесь? Улучшить стены. Но вот эта фигня, она в принципе не нужна, насколько я понимаю. Стены взять, пушки, точнее башни, чтобы крепче были. Но к нам уже не придут никогда. Сейчас выносит вот этого розового тремя силами, а я добиваю рыжего, и все. Розовый, кстати, достаточно слаб. Так, они за кого играют? Турция. А я за кого играю? Турция. Нет, они не видят всю карту, потому что нет такой функции у этой нации. Хотя, подождите, возможно, у них кто-то был взят в плен, и они... Да, может быть, даже и видят. Ладно. Блин, кажется, такое маленькое войско у меня. Хотя, по идее, в принципе, более-менее. Ну все. Так. Вы чё? Придурки, что ли? Что он делает? Вот этот вот. Видите его? Так. Сначала может башню эту вынести. Я вот что думаю.
Хотя не хрен с ней, с этой башней. Да куда вы все? Какой-то... Каким-то маршрутом длиннющим идут. Отойдите отсюда, ва! Смотрю, розового уже тоже. Долго.
Так, ладно, пока эти пусть воюют. Ведем вот этих сюда. Все строятся и строятся, алё. Успокойтесь, вы проиграли. Куда он эту армию берет, я не пойму. Почему Синий в армии кажется в два... Какие в два? В пять раз больше, чем у меня. Хотя, если мы начнем замес, он не победит. Скорее всего, я выиграю. Но армия у него на карте и, в принципе, кажется больше. Кстати, как делать построение, я так и не понял. Так, включить атаку, двигаться и атаковать. Вольно. Держать позиции, использовать как охрану. Я не знаю, как делать построение, чтобы вот так вот ходить. Надо в настройках посмотреть, возможно, там.
Что-то написано должно быть. Блин, как это утомительно уже добивать. Вот надо все прям добить.
Наконец-то. Победка. Вот такой вот матч получился, не знаю, наверное, долго. Ну, 4 компьютера против 4. Четверох. Это достаточно долго обычно бывает. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Намко. Такой вот. До скорых встреч. Пока.